Thanks. Это наш совместный проект по привнесению тебя, как стороннего музыканта, в традиционную черкесскую музыку. Намного интереснее мне было бы, ну, в реальном времени с вами вместе поработать. Вы приходите и думаете, что с этим можно делать все, что угодно, а потом оно начинает вас воспитывать. Не нужно приукрашивать. Я сейчас вообще не ожидаю ничего, за что бы я мог ручаться, если честно. Сложно сказать, насколько удачный это опыт, но я предоставлю возможность судить об этом самим слушателям.